Да. Так. А можно звать просто Захар, да? Потому что я нужно. Нужно. Захар, вот такой вот вопрос. Вот дело Ивана Голунова получило масштабный резонанс. А вот о сестрах Хачатурян общественность молчит. Вот как вам объяснить этот феномен? А Хачатурян, который отца убили, что ли? Да. По-моему, писали очень много по этому поводу. Это давно было уже, тогда писали. Потом у нас же общество, где новости стремительно друг друга сменяют. Роман Голунов вот сейчас у нас пойдет по новостям, потом что-нибудь случится, скажет, а что с Романом Голуновым, чем там дело закончилось, тоже забудут. Это эффект современного общества. Используют стили новости с теми или иными целями. Вот и все. Роман Голунов, конечно же, используется в борьбе за следующее кресло президента. Если нужно будет привинтить эти новости, их привинтят. Нужно будет, опять отвинтят. Захар, ну и следующий вопрос. Вот как вы считаете, следует ли в России ужесточить ответственность за домашнее насилие? То есть, если не считаете, то почему? Если считаете, то почему? Ну, я слушаю, это юридический вопрос. Сейчас вот у нас ужесточишь ответственность за домашнее насилие и насажают мужей или матерей, а потом брошенные жены и брошенные дети будут плакать, что они живут без родителей. Я сам вырос в деревне, и у нас жизнь была суровая. И моя жена, горожанка, которая вместе со мной смотрит «Тихий дон», она говорит, что происходит, это жизнь вообще, это же какой ад какой-то. Я говорю, да нет, мы все так жили. У нас, ну, я ни в коем случае не оправдываю семейное насилие, потому что чудовищные вещи происходят, и многих реально надо сажать отныне навсегда. Но я знаю столько примеров, когда люди ведут себя невоздержанно, мужья по отношению к женам, жены по отношению к детям, дети по отношению к другим детям, а потом это через месяц, через три месяца, через неделю, на следующее утро все забывается, они живут не разлей вода, а в запале могут друг на друга подать в суд, и ребенок лишится папы на 5 лет. То есть это все очень серьезно. Я не рискнул бы вот с моим личным опытом. У меня папа был на руку гораст. Не рискнул бы я говорить о том, что вот моего папу посадили бы, как было бы хорошо, просто не было бы насилия в семье. Слава богу, что папа мне был всю свою жизнь на свободе. Ну, в других семьях может быть по-разному. Есть просто маньяки, просто, которым место в тюрьме. Не я должен это решать. Спасибо. Спасибо. Лёш, пойдем?